Всем привет, с вами Штопор, мы продолжаем выживать и развиваться в космическом залипалове под названием Starbound. Собственно говоря, мы отправляемся снова в шахты. Я не уверен, что это хорошая идея. Вот я рассчитываю, что весь лут мы найдем. Тут. Вот тут я уже залутал все. Остается только закопаться на самое-самое дно, скажу так. Тихо. Так, прекрасно. Но, к сожалению, не все так просто. Карты-то у нас нет, карту мы не видим. Вот это вот очень-очень плохо. Я бы даже сказал, крайне плохо. Так, давай берем. У нас были лестницы. Да? Вот сюда. Вот так. Тут ставим. Ну, твою мать, а? Ну, игра, чё ты творишь? Так, тут у нас ничего не видно. Отсюда, я думаю, не выберусь, надо просто попасть хорошо. Металлические слитки, давай. Металлическая руда, вернее, вон она. Блин, да не будем брезговать. Нам оно будет нужно. Ровно как и вот это вот все дело. Так, а вот это чё? Так, давай. Страшно, потому что здесь вполне может быть какой-нибудь босс. Да, вот это вот собираем. Серебряная руда. Ну, серебряная руда — это хорошо. Так, там вон сундук.
сундук. Вот какие-то эти. Так, тихо. Ну, игра. Не надо. Серебряная руда, да? Так, забираем ящик, как-никак лучше оставить. Так, тут у нас что, давай выбираем вот это вот тело. Руда нам нужна будет. Следующим надо объем прокачать. Берем, деваться некуда. Вообще, по-хорошему, скорость переработки надо бы. Но, блин, я даже не знаю. Нам по-хорошему 3 на 3 блока вот эту тему нужна. Объемы. Здесь решают сейчас объемы. Так, у тебя места, что ли, нет? Забрался? Забрал. Так, давай смотреть. Тут нет ничего. Тут какая-то лабудень все-таки. Так, есть элемент. Я понял. Эл, ты чё? Блин, агрессивные твари. Блин, и три этих. Ну... Я не знаю, с чем это связано, конечно. Так, там змея. Там змея. Смотрим. У нас три этих. Так, генератор энергии обработки на 100. Модуль манипулятора, размер манипулятора. Или вот эту. Лучше, наверное, все-таки вот эту вот штуку прокачивать, потому что. Так. Прекрасно. Просадки какие-то нездоровые. Серебряная руда, как? Чё она так выглядит? Окей. Yes.
давай здесь поставим. Так, раз, два. У нас ни хрена нету. Здесь какие-то подземные руины, да? Чистая карта, с их помощью я могу разрабатывать новые технологии. Это прикольно. Вот неприкольные вот эти вот просадки. Мне они что-то совершенно не нравятся. Их по-хорошему их быть-то не должно. Компьютер-то у меня не слабенький, скажем так. Это не у всех есть FX. Разогнанный до пяти. До пятерки, вернее. Так, сейчас, минуту. Думай. Где факел? Давай, создать. Чё ты создал так мало их? Еще три. Прекрасно. 40 факелов нам хватит. Капец, просто. Так, вон там какая-то руда. Какая-то руда вон там. Давай берем. Золотая руда. Ну, уже интересно. Уже интересно. Давай. Вот это вот так сделаем. Здесь. Ребят, никогда не спешите. Просто никогда не спешите. Так, этого хватит. Лестница. Mm-hmm.
совсем понятно. Давай. Оп. Ага. Вон. Там мясо у нас. Да? О, ядро. По всей видимости. Так. Так. Провалиться тут не провалишься, но разбиться можно. Так, ага, вон я его вижу. А если... Я считаю, неплохо. Так, тут наверху, там вот тут залежи большие. Надо вот это вот дело слить, как и в террарии. Давай, давай на четверку. Хоп, хоп. Блин. Просто слить. Просто слить вот это дело и не париться. Так. Так, давай. Отсюда-то мы достать сможем? Сможем. Без особых проблем. Ну, давай смотри, тут еще и железо есть просто. Блин, давай. Вот так. Надо слить это все дело. Сейчас мы тут добьем все, и у нас ни хрена не будет. Давай вот сюда.
Вот это другое дело. Вот это другое дело. Там он металл. Так, а ну-ка, давай посмотрим. Что нам надо? Давай вот это вот. Слушай, говорю я тебе. Так, и копаем дальше. А у нас здесь три. Так много всего. Вот это металл. Это точно. Нам его надо... тоже будет. Вот эти площадки мы снимем. Так или иначе, давай. Так. Так, тут у нас что? Тут у нас железо. Тут у нас железо. Мне вот интересно, как здесь ядро реализовано. Просто это... Война какая-нибудь. Так, это газы, да? Так, вот это вот мне нравится. Давай копать. Золото, вот это вот очень хорошо. Так, давай влепим. Золото. Двадцать три этих. Ну, я думаю, мы выберемся. Так, эти. Давай. Чё? Поставил? Поставил. Глянем, сколько у нас добыто уже. Лава. 8 штук. Это жгучая лава. Так, здесь 23. А надо их 30, по-моему, да? Давай. Ну, другого варианта у нас особо-то нет. Нам только заглубляться и добывать вот эту вот хрень. Можно попробовать близко подобраться и спустить вот эту вот большую с лавой. Ну, я думаю, это нам особо нужно не будет. Улучшить бы на этой планете этот наш манипулятор материи. У нас сейчас сколько? Так, это ядро телепортера. Компонент. Так, сколько всего? Три штуки. Да, это не очень хорошо. Мне кажется, мы сейчас будем как приближаться к лаве. В общем, будем страдать от температуры. Весьма и весьма сильно.
сейчас попробуем, посмотрим. Руды тут, конечно, очень много. Так, тихо, давай. Вылазь. Так, давай вот здесь сейчас проделаем. И... Ну, можно вот так вот освещать это все, ну, такое. Так, 43, да? Так, давай заберем лишнее, потому что оно нам еще пригодится. Херово отсюда нельзя улететь. Так, опять просадки. Я бы такой не против был отсюда улететь. Так, тихо, тихо, блин, давай. Вылазь. Кости. До сюда надо будет сейчас выбраться. Да ё-моё, а! Чуть! Так. Чё за херь? Летучая. Так, давай смотреть. Пониже. Хоп. Так. Не хочет ставиться. Так, давай вот здесь свет, вот здесь свет. Че это за дым непонятный? Давай вот это. Все, лопнул. Молодец. Молодец. Так, вылазь отсюда. Какие, а? Давай, юзай хилку. Блин, ну реально стрёмно вот возвращаться. Блин, знаешь, что ждет? Давай, дохни. Так. Оп. Вылазь. Надо вспомнить, как это делается, блин.
проще поставить этот лесенку. Так, тихо. Все, иди нахер. Иди нахер, я сейчас вылезу, пожру. Так, давай смотреть, что у нас тут есть по жратве. У нас есть вкусняхи, которые мы сами готовили. Картофель, еда в прекрасном состоянии, причем некоторое время. Да, давай ешь корм. Пойдем дальше. Так, нет, точно не сюда. Блин, нужна экипировка хорошая. Чтобы ее найти, сделать, надо перерыть хреновую тучу. Так, давай выходи. Полетели. Полетели отсюда. Давай вот сюда, в магазинчик. Там два телепорта было, по-моему. Полетели, полетели. Оно еще загружается, блин, долго. Так, где-то есть. Так, из шахты добычи килевых кристаллов. Ну, меркилевых. Я что, не то добывал, что ли? 20. Капец просто. А шахта добычи иркелевых кристаллов-то где? Как они выглядят-то? Я, блин, попёрся вглубь планеты. Оказалось, всё зазря. Так, давай, куда мы? На корабль. Иркелевых кристаллов. Где их, блин, искать? Хрен его знает. Из шахты добычи. Блин, ну это... Однозначно надо... Так, тихо. Тихо, тихо, не буянь. Не буянь. Вылазь. Так, у нас там засыхает, по-моему, все. Давай посмотрим. Где она есть? Лейка. Лейка, лейка, лейка. Давай вот сюда. Вот так. Поливайся, поливайся. Так. Это можно просто так
собрать. Так, это не собирается, это не собирается. Это собирается. Давай смотреть. Так, жемчужный горох, еда. А семена? Рис, семена. Рис. Точно. Это у нас семена картофеля. Давай вот так. Это закрыть, сюда переключиться. Так. Что тут у нас еще есть? У нас тут больше ни черта нет. Да? Штуки поставим. Потому что хранить нам все-таки где-то да надо. Так. Вот это давай поднимем вот сюда. Так. В белом сундуке у нас будет всякий хлам типа вот такого. Попкорн, рис. Рис можно приготовить вот прям сейчас. Жареная птица. Это не интересно. Нас интересует пока только рис. Так. Сытость, понятно. Понятно. Так, тут до улучшения стекло, слиток вольфрама. В общем, до улучшения далеко. Стекло. Как мы будем делать стекло? Из чего самое главное? Песок. Песок. Вопрос, где его найти. Ладно, давай золотой слиток, железный слиток. Поставить. Сделали. Серебро переплавить и... Тут у нас бумага, летучий порошок. Давай слетаем вот сюда. Сейчас посмотрим. Так, дядь. Я, конечно, понимаю. Все, давай. Вот. Надо просто будет посмотреть, что это за кристаллы, где их взять, где копать. Как они хотя бы выглядят, потому что... реально не все так просто, как хотелось бы. Так, хорошо. Что тебе еще надо? Технология рывков должна быть надлежащим образом протестирована, прежде чем я смогу запустить ее массовое производство. Может быть, ты поможешь мне ее испытать на полосе препятствия. Если ты готов, то только скажи, я сразу отправлю тебя на место. Принять. Готов. Вопрос, что нужно для... Так, технология рывков. S3 или D.
Так. Дважды айвиды. Я понял. Давай. Блин, я не туда телепортировался. Я все-таки хочу рывки эти изучить. Давай в магазин улетай. Улетай, улетай, улетай. Блин, прогружается что-то долго, но это все мелочи. Давай посмотрим. Готов. Полетели. Полетели, полетели. Нужно сейчас. Я в принципе понял. Ага. Ага. Ага, то есть я должен успеть за эту кнопку нажал и то есть нажал кнопку и побежал. Я понял. Я понял. Понял. Вроде бы понял. Да, блин.
Да блин, горилла. Это... Да, тормознуло меня все. В самом деле, чё за хрень-то такая? Давай, помигала. А что? Это нечестно. Это реально нечестно. Давай. Тут это хорошо на геймпаде делать. Не очень хорошо, блин. Блин, и чуть-чуть не хватает-то. Надо просто не спешить. Раз, два, три. Я надеюсь, я что-то вкусное получу. Было бы на самом деле неплохо. Пингвины, блин. Награда. Хреново. Я работаю над новой технологией, которая позволит совершить прыжок, находясь в воздухе. К сожалению, мне требуется еще несколько... Серебро у меня было. Хорошо. Так, моя технология требует тщательного тестирования, прежде чем я смогу выпустить ее на рынок. Очередная полоса препятствий готова, ждет. Сообщи, принять. Так, вроде как выполнили.
Вроде как выполнил. Сейчас, если золото, по золоту, по-моему, у меня 5 слитков всего. Награда 200, давай смотреть. Так, 10 золотых слитков. А ну, смотрим. А, ну у меня есть. Хорошо. Прототип технологии скрывания готов, свертывания готов. Полоса препятствий в полном твоем распоряжении. Если все верно, я уверен, что все верно, то проблем с узкими ходами у тебя не возникнет. Ну давай. Я так понимаю, нажми F. Технология свертывания. Активировать тех... так. Я понял. Ну, это вообще изи как-то. Совсем изи. Так, все. Цель технологии разрушается при разборе. 5000. На этой же станции. Так, здесь у нас сфера свертывания. Сфера шипами. Рывок. Карточек технологий. А сколько их надо-то? Включить. Технология для ног. Сколько стоит-то? Я не вижу. Ладно, хрен с тобой. Давай глянем, что у нас тут. О. Этому генератор энергии 6, 12. Так, увеличивает дальность на 2 блока. Размер манипулятора полезная, но, блин, модули манипулятора. Ладно, хрен бы с тобой. Потерянный мишка. Пингвин ужасно крыл. Его бандитом не мог бы ты убить ужасно крыла. Ну блин, я его не убью. Там, блин, дура такая. Киевых кристаллов. Это лучше... Так, лучше отправляйся в шахту добычи киевых кристаллов. Я перестал координаты твоему кэпу. Блин, ну будем... Думать. Будем думать, но думать мы будем... Во. Так. И киевых... Давай высадь. Вон оно чё.
непосредственно в шахту будет сейчас отправлять, скорее всего. Я понял. То, что глубоко под поверхностью, трудно задать. Поздравляю тебя за твое мужество. Тебе нужно найти способ отключить ее и восстановить подачу энергии. Пожалуйста, будь осторожен. Поспал. Хорошо. Освещалочка. Так, тут у нас... Давай возьмем все. Если он тут есть, значит, он не зря тут есть. Себе. Охренеть. Охренеть. Просто охренеть. Если бы я знал, я бы сюда навряд ли полез вот так вот сходу. Так, ну на этом мы, наверное, данную серию закончим. С вами был Штопор. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте обязательно. И всем пока-пока.